Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и мы продолжаем играть в Last Day Rules Survival. В общем-то, сейчас нас ждет очень интересный ролик о том, как фармить аэропорт. Я, в принципе, понял, нужно любое стрелковое оружие, и вас никто не может тронуть. Итак, ребят, поехали. Приятного просмотра. В общем-то, если лайкос не прожал, то значит... Не прожал. На самом деле, спасибо огромное, что мы пробиваем уже 3000 лайков. Для вас это вообще изи. Давайте в том же духе, ребята, а я буду продолжать играть в Last Day Rules Survival. Ну что, поехали. Сейчас я покажу, как лутать аэропорт. Обязательно нужна маска для того, чтобы вас радиация не трогала. И все, в принципе. Остальное сейчас покажу. Это изи халявный скраб. Больше ничего не надо. Так, какой-то чувак бежит или не бежит. Блин, это одетый или нет? Там живет один очень странный чувак, которого нам нужно как-то завалить. Очень трудно это сделать. Вот еще один убегает с броней. Нам бы его догнать и посмотреть, что к чему. Впереди еще какие-то чуваки бегают. У всех есть броня. Нужно их убивать, потому что кто бегает по дороге, у тех есть хороший лут. Я не знаю, будет ли он вытаскивать сейчас свою пуколку, пушку. Но первый бежит с пистолетом. Так, первые выстрелы пошли. Мне бы вот этого убить. Разобрать все. Блин, я думаю, что мы до аэропорта не дойдем. Во, кто-то стреляет. Идем туда. Обязательно идем туда. Там какая-то война вообще за замесы. Вот этого бы нам слить. Поехали. Блин, 40 патрусов никуда. Что он делает? Он мансует, и у него полная броня. Ты будешь умирать-то сегодня, нет? Хочется посмотреть, что у тебя там есть. Потому что бейсбольные биты я тебя буду долго убивать. Все. Так, что у тебя есть? Турельки? Ни хрена себе. Фурнейсов херова туча. А вот это я понесу домой, наверное. Что, попутали, что ли? Я смотрю, вы попутали, да? Так, хиляемся. Нахиливаемся. И смотрим, что у нас там есть. Прям какой-то экшен. Так, забираем, 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 забираем. Мачете обязательно забираем. Здесь что у тебя было? Забираем, забираем, забираем. Он куда-то там пропал. Забираем. Там что, скрапов столько было? Что-то у этого прям очень много всего. Прям нереально. Там еще какой-то чувак жестит. Я не знаю, есть ли у нас возможность подшатировать. Блин, эти бы печки я на самом деле поставил бы. Ого. Ключ-карта. Ого. Ого. Да, блин, здесь на самом деле домой надо и бежать. Так, юз. Юз. Вот это вот надо выкинуть. Не это, ты чё? А вот это. Так, юз. И вот это вот выкинуть. Итого, что мы имеем? Мы имеем вот это, вот это, вот это, вот это. Потом мы выкидываем вот эту штуку. Это сюда ставим. Блин, я здесь половину могу переработать, по сути-то. Ирон Ора заберем. Тут еще 2000 камня. Так, ну что, была не была. А что нам нужно переработать-то? Переработать броню всю нафиг, да? Я не знаю, будем ли возвращаться к луту. Я хотел вам аэропорт показать, блин. А в итоге опять получился какой-то лютый фарм. Блин. Обидно. Вон там уже кто-то с фамоса стреляет. Или с чего это? Давайте посмотрим, сколько у меня патросов. 82 и 26. Патронов надо больше. Пока вроде никто что-то никого не убивает. Вон там внутри есть чувак какой-то. Вперед-назад что-то бегает.
не понимаю, что делает. Вообще не понимаю, что делает. А где другой? Может быть, он тут стоит? Этого что, сейчас завалим? А он что-нибудь успел лутать? Я не знаю, кто это такой. Но давай его посмотрим, что он там закрысил. Ну, в принципе, ничего такого. Зато бесшумно ушатали. Так. Включаем эту штуку. Блин, ну вот печки, конечно, это топчик. Включаем. И ждем, возможно, сюда кто-то придет. Сейчас на обратке вам покажу, как фармить аэропорт. На обратке обязательно покажу, как фармить аэропорт. Ну, только домой зайду, ресурсы отнесу. И покажу вам в конце серии, как фармить аэропорт. По сути, с автоматом не хватит. Смотрим, что есть еще. Закидываем вот это. Вот это. Дрободаши можно закинуть. Вот это. Вот это. Вот это. Мне вообще сильно скрапы нужны. Вон там чувак наяривает. Сейчас мы на обраточке поговорим с тобой. Забираем, забираем, забираем. А сколько у меня скрепа? 168, ни хрена себе. Скрепа много. Скрепа очень много. Так, а давайте попробуем разобрать эти пушки. Я ни разу не видел, что с них выпадает. У меня одна стоит уже. И я так полагаю, к ним электричество надо или что? Они не работают. Не понимаю, что надо. А, с нее электронные парты выпадают. И механизмы. Все, понял. Ну, такое себе на самом деле. Что еще? Веревку давай закинем. Кто-то бежит. Кто-то что-то сломал. Сколько у тебя поднималок? Фух, это какая-то жесть. Так, забираем, 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 забираем. Ё-моё. И это какая-то жесть просто. Как я его круто подловил, а? Еще и скрапа нашел. Не, ну это бодро. Это бодро. Так, Маус он пишет, сейчас мы ему что-нибудь дадим. Поехали, что мы еще? Блин, на самом деле эти печки, они мне не нужны, я их могу дома сделать. Револьверы вот надо сломать. Маус, это с прошлой серии. Так, приват, Маус. Лего, можешь дать, да. Так, да. Дам я ему СМГ на изучение обязательно. Сейчас пистолеты все сломаю. Тут что? Это пошел на него с топора. Так, мачете забираем, это забираем, это забираем. Дерево, конечно, круто. Пайпа. Нифига тут сколько. Поехали еще. Он, наверное, сюда уже бежит. В поте лица просто. Стартуем. СМГшечку оставлю. Че еще? Мачете одну разберу. И пока хватит. Кто-то здесь топал. Да? Not an out tour в кабинету. Блин, там каких-то ресурсов у меня не хватает. Дерево или камня. Так, так. Эти штуки я, наверное, с собой возьму. Блин, страшно-то как, а? Сейчас кто-нибудь придет и меня завалит с этими ресурсами. Очень много ресов. Я только не пойму, каких-то ресов не хватает.
Так, ну давай вот эти плиты тоже. И шлемак один. Там просто ресурсы лежат. Ну, правда, не совсем нужные, но все равно дело такое. Забирать, забирать. Дерево не надо. Все, сейчас идем домой. Это все надо срочно относить. Это слишком много. И скрапа здесь, я даже боюсь узнать сколько. 250 скрапа. Еще 850 и будет вообще по красоте. 40 скрапа. 50 скрапа. Так, это закинуть. Вот это сюда. А что не закидывается-то? Все вроде, да? Закинем еще вот эти. Косточки мне не особо нужны. Блин, мне же еще в аэропорт надо сходить. Показать вам баг. Как я буду лутать его. Так, нужно еще посмотреть, какие ресурсы нужны. Почему у меня не хватает. Я свой топор слил, что ли? Нет. Шорт-бар. Шорт-бар. Все по красоте. Топор не сливал. Сейчас заберем. Это забираем, это забираем. Пипец, я тут ресурсов навыбивал. Нифига, там турелька сработала у чувака. Неплохо, 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 неплохо. Мне надо 16 тысяч железа, чтобы все в железо фигануть. Так, поехали. Отправляемся дальше. Он там уже бежит, это он, скорее всего, да? Возможно, и не он. Слушай, может быть его квахнуть? Там по-любому еще ресы есть. Блин, ну я вообще оборзел, конечно. Так нельзя. Бежит этот. Этот челбас бежит. Так, здесь завалили. Что у тебя было? Надо бежать срочно. Надо срочно бежать. Такое себе. Так, малиновый сок. Малиновый сок. Я сейчас пойду правее чуть-чуть. Потому что этот чувак может быть... Он, кстати, сколько? 2 раза или 3 раза вставал с колен. Видели, да? Это вы проходите сапли, гайды, и вам даются такие специальные аптеки. Ах ты ж, ё-моё, а? Чё творит-то? Чё творит? Что творит этот парень? Убил он его? Да, убил. Вон он, возможно, без автомата. А возможно, с автоматом. Лутает, лутает, лутает. Прям по-жесткому лутает. Вон, пошел на него. Молодняк. Будет он его сейчас убивать? Так, зашатал. И что у него тут есть? А где его патроны-то? Вот патроны. Вот скраб. И уходим. Идем дальше. Так, все, сейчас отходим домой. Я складываю ресурсы, показываю вам, как фармить. И на этой серии, по ходу дела, ну не знаю, сейчас может быть там экшен. О-о-о-о. Там еще кто-то стреляет. Лего говорит, я, говорит, твой подписчик, вот я сейчас его убил. А я-то откуда знаю, что ты мой подписчик? У тебя там что, на лбу написано? Чувак ходит, всех херачит с револьвера, когда я убиваю его. Он говорит, Лего, я твой подписчик. Как вот это понять? Это соло же сервер, по сути. Я с радостью готов с вами дружить, но вы тогда строитесь возле меня, чтобы я понимал, что это вы. Вот Маус со мной рядом живет, я знаю, что это он. Вот там мой дом справа, еще какой-то дом круглый. Строитесь возле меня, и тогда я буду понимать, что вы мои подписчики. В деревне Легоплея вы живете. А когда вы бегаете просто по дороге, херачите всех, то откуда я знаю, что вы подписчики? Я же не знаю.
Так, у Мауза уже практически все в камне, красава. Сейчас заношу лут и иду показывать вам, что да как. Жалко, печки, конечно, сломал, но да ладно. Так, закидываем сюда. Это сюда, и это сюда, и это сюда. Стартуем, потом что? Что у нас есть крутого? Одну СМГшку мы отдадим. Патроны отдадим. Это все хорошо. Далее что? Далее мы отдаем вот эти штуки, вот эти. Блин, надо патроны сделать, иначе я вам никак не смогу показать, в чем вообще будет весь прикол. Зеленая карточка еще есть. Броня. Мачетки. Так, это я могу не складировать сюда. 337 скрапа. Ну, в принципе, прям вообще по топу. Так, идем сюда. Складируем все сюда. Так, а что мне не хватает-то? Камня, что ли, не хватало? Нифига себе. Мне не хватало камня. Все, камень ожил на 7 часов. Пипец, мне сколько камня надо фармить. 337 скрапа я принес. Это уже очень много. Так, итого у нас получается... Сколько скрапа? 833. Я сейчас скоро апгрейжу уже стол. Третий. И начну делать сачели. И я знаю, кого я уже буду взрывать. У меня уже есть... Такая некая неприязнь к челику, который живет возле аэропорта и не дает нормально фармить. Так, делаем уголь. И сейчас будем делать этот, как его. И сейчас будем делать патроны. Патрончики. Только туда надо идти аккуратно. Там я могу, ребят, слиться. 100% могу там слиться. Потому что там не шухры-мухры, пацан. Там уже на серьезе. Делаю патрики. И пойдем. Так. Покажу вам. Ну, блин, там фишка в том, что когда ты начинаешь херачить, они тебя палят, и все. И начинается полная жесть. Все, по сути. Я могу сложить еду всю. Потому что еда мне пригодится, когда меня убьют. Сейчас она мне пока не сильно нужна. Скидываю ее. О, не-не, бинты оставлю как раз-таки. А вот эти вот скину. Так, итого. Поехали. Показывать, как работает аэропорт. Так, закрываемся. Там все печется. Камень я уже добыл около на 7 часов. Блин, ну тут у меня просадки с камнем, конечно, лютые идут. Прям вообще сильные. Так, аэропорт нужен для того, чтобы, когда приходит оповещение о том, что груз прибыл, он прилетает в аэропорт. Чтобы вам туда попасть, вам обязательно нужна вот эта газмаска. Когда у вас есть газмаска, вы можете спокойно заходить на все радиационные локации и лутать их. В следующей серии я сейчас вам полностью покажу аэропорт, и с него мы уже все. Ну, закончим про него. Потом пойдем в харбор. Будем лутать харбор. Посмотрим, что может выпустить в харборе. Будем делать различные ролики, как, что и где лутать и так далее. В аэропорту есть синяя карточка. Есть НПЦ-хи, которые это все дело охраняют. Это я пропускать вообще никак не могу. Потому что у меня проблемы с рудой и с камнем. А то я хожу, всех убиваю, скраб собираю. Все круто, короче. Но этого пока достаточно. Хотя нет, недостаточно, мне нужно 150 скрапа до верстака и, по-моему, 500 или 700 до того, чтобы сделать сачели. И мы идем рейдить. Как вы, наверное, уже поняли, впереди вы видите огромный большой дом, который мы будем рейдить. Мы будем готовиться к рейду этого дома. Вот он впереди, по-моему. Сейчас я вам точно скажу, когда подойду. Неужели он будет хранить наверху? Там вот этот чувак выходит с автомата, весь на донате, весь с прикольными штучками, на которые нажимаешь, воскресает. Это вообще бесит на самом деле. Нет, это не его дом, вон его дом, вон там. Либо вот этот вот, либо вот этот вот. Так, сейчас мы посмотрим, дома он или нет. Это деревянный дом, какой-то старинный, я не понимаю, зачем они здесь пытаются жить. Вот он бегает, там бегает, он тоже фармит, у него тоже есть маска. Давайте сделаем вид, типа я его не увидел, или он меня. Он меня, по-моему, спалил. Спалил?
Он меня спалил. У него что, пистолет? Хорошо, он меня насадил до 90 хп. Очень хорошо. Срочно бинтуемся. Он сейчас может выйти отсюда. Так, что у тебя тут есть? 230 крапа. Вот это ты псих. Зеленая карточка, красава. Это он мне так с револьвера с обычного нахерачил? Не слабо. Я бы сказал, очень не слабо. Синяя карта от души. Блин, поломанная, походу. Семи-автомат пистол. Такое ощущение, что это он оттуда вытащил. Что-то пока его не вижу я. Ну вот, в принципе, и все. Все, что мы залутали. Так. Смотрите, что сейчас я вам покажу. Так, тулбокс обязательно долбанем. И скраб. И поехали. Вы видите, ну вот, я могу спокойно, как вы понимаете, забежать сюда. Мне ничего не будет, радиации нету, так как у нас есть... Вон, ушлепок наверху. Он сейчас прыгать будет. Там наверху карта. Если вы видите, когда такие чуваки пытаются прыгать, они прыгают за картой. Знаете, они прыгают за картой. Берем у них СМГ Асалти. Что-то пока не берем. Блин, синяя карта сломана, мы ее должны починить. Дискард. И что же у тебя было тут? Так. Блин, я наверное, не смогу вам показать все это дело. Потому что он сейчас придет. Я его очень хорошо знаю. Мы, так сказать, дружим. Вот в таком виде мы дружим, как вы сейчас посмотрели на все это. Он шел за карточкой. О, уже идет. Еба. Валим. Срочно. Ну вы понимаете, да, какие здесь замесы происходят? Там что-то посерьезнее было. Надо просто валить. Ну, потому что у меня очень много. Синюю карту я починю и потом сам сюда буду приходить. Как, я пока не знаю. Отходим пока. Блин, как же вам показать-то, а? Как здесь все это дело работает? 159 хп у меня, 10 левел. Вот он здесь живет. Нам нужно его забабахать как-то. Как забабахать, я пока не знаю. Потому что здесь вообще нереальные битвы идет. Вообще, вы можете на изи ушатать... Издалека. НПС-ху. Но не таким образом, как я сейчас это сделал. Так больше не делайте. Сейчас покажу вам другой способ. Сейчас вам покажу другой способ. Это слишком жестко. Так, отхиливаемся. Ему там надо около 5 выстрелов, если мне память не отшибает. Сейчас покажу, как это делать по-другому. Но, блин, мне нужно пойти туда просто, где стоит этот чувак. Нужно любое укрытие, за этим укрытием вы на изи встаете и убиваете. Так, этого я завалил очень прекрасно. Очень прекрасно. Здесь постоянно... Здесь единственный плюс аэропорта, то, что здесь замесы. Вот такие вот постоянные, просто мутки, замесы, куча ресурсов. Он что, за мной идет? За мной идет автомат. Как вы понимаете.
попасть. Я ему хорошо залепил. Так, я хиляюсь мясом. И он уходит, падла. Я его ушатал. Охереть, ну чё, придурок? Хапнул? Нормально хапнул? Кусок говна. Да. Я типа не пойму, да, что ты там скидываешь. И вот у нас вот с этим другом постоянные здесь идут вот такие разборочки. А куда ты автомат-то дел? Я не понял. А куда он рил автомат дел? Ты куда автомат-то дел? Вот он. Мне он-то и нужен был, остальное мне ничего не надо. Давай пока. А, я попробую, нет, сейчас это, показать вам как. А, вот он где живет, наш кореш. Все, понял. Откуда ты там выбежал? Ты побежал за автоматом, да? Ты побежал за автоматом. Вот еще у меня есть. Вот они вместе живут. Видите, китайцы живут вместе. Вот это все китайцы. И они живут вместе. Сейчас они придут все онлайн, и он расскажет им, что их убивает Лига Плей в солянку. И будет жопа. Это я вам 100% говорю. Потому что они вот так вот катают все на соло-серверах. Блин, нету здесь. Вот здесь вот респаются эти чуваки, с которыми бы я вам на изи показал. Вот здесь вот... Ох ты, здесь рециклер есть, я не находил его. Так, это все разобрать. Это все разобрать. Сейчас я надеюсь вам смогу показать, но, наверное, нет. Вообще, вот они идут туда, и сейчас покажу, что делают. Сапли дроп. Здесь вот тут еще замесы бывают. Нереальные. Во! Так, блин, я не смогу на нем показать. Вот, они идут сюда. Потом забираются наверх. Сейчас он придет и меня шлепнет. И мне нужно лут уносить. И начинают вот здесь вот так вот прыгать. Потом на крыше они находят карточки. Вот здесь вот валяются карточки. Но сейчас ни одной карточки нету. Так, сейчас попробуем. Видите, где-нибудь за пригорком встаете, и вас не видно. И вы спокойно лутаете. Карточки здесь нет, к сожалению. Можно смело отсюда уходить. Спокойно вот так вот херачьте НПЦ. Потом берете синюю карточку. Вставляете эту херь туда. Я попробую ее следующей починить. Точнее, сюда вставляете эти диоды. Идете туда. Сейчас покажу, что падает с NPC. С NPC падает шлак, если что. Говорю сразу. Здесь вот вы берете у них ресурсы. Вот здесь там включили. Ну, эту штуку дали диоды. Здесь включили электричество. Электричество у вас заработало. Открываете две двери. Одна дверь вот здесь на втором этаже. И там военный бокс. И вот здесь вот можно открыть. В общем-то... Встретимся, наверное, в следующей серии, когда я починю синюю карту, и мы сюда спокойно придем, и я все конкретно покажу, как что открывается и как закрывается. Вот, там внутри... Ага, облутано. Видите, облутано. А это тот чувак, скорее всего, облутал, которого я убил синей картой, помните? Вот, в принципе, таким вот простым макаром фармятся здесь NPC-хи. Возвращаемся домой с кучей лута, с кучей экшена нереального. А он, конечно, меня, падла, хотел победить. Но я ему хорошо по голове, по 20, как настрелял только. Мясо хорошо, берете с собой мясо, и они хиляют вас. Вот, давайте еще раз попробуем. Встаем за угол. И разносите лицо. NPC-хи, можно было еще левее встать, чтобы он ничего не сделал. Так, у него скрапы, таблички могут выпадать и все такое.
кушаем мясо по дороге, которое прибавляет хотя бы что-то. Перевязываемся и спокойненько валим домой. Иначе нам тут крандец. Берем автомат в руки. И валим, валим, валим отсюда. Вот это тоже эпичная серия получилась. Один экшен, везде война. И у меня сейчас дилемма. Вот этого рейдить или того? Они оба хороши. Они не знают, где я живу. И если у вас есть какая-то хелпа, помощь мне, то я с удовольствием пойду вместе с вами их рейдить. Потому что они бегают здесь вместе. Видели, как они живут? Они по 5 домов, по 6 домов кучкуют в соло-игре. Тем самым они выносят весь сервак. Но пока я здесь живой, все более-менее происходит нормально. А из русских я практически вообще никого не вижу, чтобы кто-то был с оружием. Просто потому что, ну, люди немного не одупляют еще, как играть, что ли. Смотрите мои ролики, смотрите предыдущие ролики. В принципе, везде понятно, где быстро найти СМГ. Это в бункере, например. На радарку можете сходить, куда я ходил. Тоже очень дорогой лут. В аэропорту это уже мид-гейм. Мид-гейм, где ты синими карточками ходишь, фармишь эту комнату и молишься, что там будет топчик. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал. Жду 3000 лосей. И, в общем-то, закругляюсь. Всем удачи и пока-пока.